Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу локацию, где вы сможете найти большое количество крампетов. Что ж, давайте начнем. Смотрите, вот такая вот у нас локация. И сразу же, как мы заходим, у нас есть вот такой вот мини-чемоданчик. Мы его открываем, и здесь первый наш крампет, вот такой вот певец. И здесь есть вот такие вот домики. Вот такой, вот такой. Ну, короче, на вкус и цвет. Вот такой вот телевизор. И за собачкой у нас тоже есть вот такой домик, но его передвигать нельзя. Здесь мы открываем, ничего нет, как видите. А здесь открываем, и здесь спортзал вот такого вот крампетика. Вот. И передвигаем этот спортзал, и здесь еще один крампет. Передвигаем. А здесь их спальные место такое, отдых. И здесь вот такой вот творческий крампетик. А здесь вот такой вот крампет-робот. И, кстати, для него есть здесь машинка такая. Смотрите. Ну, передвижное средство. Открываем вот этот люк. И смотрите, тут для него машинка. Садим его, и он летает у нас тут. Пи-пи. Открываем здесь, и у нас здесь вот такой вот крампет. Помотала его жизнь, конечно. Смотрим, здесь еще один домик вот такой вот. И знаете, для какого крампета? А вот для вот этого, вот такой вот крампетик миленький. Клубничка. Тут улиточка вот такая вот. Улейки. Открываем здесь. А здесь крампет-робот. Давайте его катаем на качели. Ой, ночь случайно села. Так. О, тут, смотрите, тут их туалетик. Так, закрываем обратно его. Тут наша клубничка. Ну, больше я не нашла крампетов. И смотрите, тут такое вот передвижное их средство тоже. Крампета садим на диван, и их голубь катает. Или кто это? Птичка. Яблочко. Давайте дадим этому крампетику. Ну, такая вот у нас локация. И здесь можно забрать вот такую вот собачку прикольную тоже. Ну что ж, всем пока. Вот такую вот локацию я вам показала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мои видео.